Привет всем, друзья! Вот и началась очередная серия о наших маленьких пушистиках, о котике Кузе и его старшем брате коте-чувачке. Какие люди идут и мяукают. Кузенька, ты чего там такое нашел? Похвастайся, пойдем посмотрим. Ой, мышонка. И пошел. Папа, ну какой же это мышонок? Это крыса здоровая. Ну чего ты здесь улегся, а? Кузя, здесь же грязно. Ты Хрюша. Ну какой же я Хрюша? Я наследственный кот крысолов. Ты совсем в школе не учился. Не можешь отличить мышку от крысы и настоящего крысоловного кота от Хрюши. Между грядок взял и улегся. Тебе не стыдно в грязи лежать, Кузя? Нет, не стыдно. Совсем не стыдно. Совсем-присовсем не стыдно. Чувачку не хватает ласки. Он так и хочет лаской побольше зарядиться. Чувачок. Чувачочек. Чистые коты те, которые сами за собой ухаживают. Чувачок оказался один из разновидностей этих котов. Массирующими движениями языка чувачок приводит лапки в порядок. После длительных походов они очень сильно у него устают. После язычкового массажа они быстрее набираются сил. И после полного восстановления сил можно снова идти в дальний поход. Ну, папа, ну что ты все подглядываешь? Видишь, я сложился буквой «Ю». Совсем никакой личной жизни нет от тебя. Ой, чуть по вскопанному не пошел из-за тебя, чуть не натоптал. Пап, пошли со мной, я тебе покажу мой подарок тебе. Это я тебе специально поймал. Давай, тебя учить буду. Это называется крыса. Все, она больше не шевелится. Ну, конечно же, она не будет шевелиться. Я ее немного придавил, чтобы не убежала. Ты давай-ка время не теряй, прикладывайся рядом со мной. Я тебя научу, как с ней играть. Ой, что-то я совсем не подумал. Если ты приляжешь, здесь для нас для всех места не хватит. Пойдем лучше домой, я тебя покормлю. Пойдем. Пойдем. Конечно же, пойдем. Рацион надо разбавлять чем-то вкусненьким. Я ж как-никак крысу это я тебе принес. Тебе обязательно надо дичь поесть. Веди меня домой. А то ты не знаешь путь домой. Ну, пошли, покажу тебе дорогу домой. Ой, ты неправильно идешь все же по газону. Надо ходить по дорожкам. Вот кто, оказывается, весь газон затаптывает. Правильно, правильно, иди по дорожкам. Зачем ходить по газону, папа? Не бери дурной пример. Так я тебе пример показываю, ходить по дорожкам, а не по газону. Ой, такой большой, а не может догадаться, что надо ходить по дорожкам. Как приятно полежать на массажном газоне под елочкой. Это кто тут лежит? В тенечке улегся. Чувачок мой хороший. У чувачка хороший наблюдательный пункт. Ему все отсюда видать. Кузе тоже очень нравится возле елочек находиться. Кузьмич. Папа, ты здесь поаккуратней ходи.
В этих елках очень часто чувачок прячется. Куя, Кусь. Я чувствую, чувачковым духом здесь пахнет. Он совсем недавно здесь был. Если не веришь, понюхай. Я след чувачка взял. Пошли со мной, я покажу, куда он пошел. Вот он туда пошел, 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 пошел. Лапками топал, 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 топал. Это кто здесь летает по моему участку? Кыш отсюда! Несанкционированные полеты, несогласованные здесь устроили. Из-за этих летающих насекомых я след чувачковый потерял. Вот что теперь, заново все начинать? Вот теперь буду все сначала начинать. Пап, пошли, я след взял. Вот здесь он шел, вот здесь шел, туда пошел. На курятник он прыгал. Отчетливо его запах здесь присутствует. Вот здесь он остановился и сидел. У меня есть подозрение, он пастушонком работает тоже, как я в том году. Он кур пасет, а за всю работу он, наверное, получает яйцами. Это в конце рабочего дня он такую зарплату получает. Пока мы размышляем с Кузей, где чувачок и какую зарплату и чем он получает, он лежит, греется на солнышке и, переворачиваясь, блаженствует, радуется своей беззаботной кошачьей жизни, смотрит на меня и глазиком подмигивает. Чувачок, чувачочек. Кузя тщательно моет свою лапку. Вы не подумайте, это не медвежья повадка. И сейчас совсем не зима. И лежит он совсем не в берлоге. Пап, ну правильно. Я же не медведь лежать в берлоге лапу сосать. Я простой пушистый котик. А лето я очень сильно люблю. Оно всегда веет теплом. Спасибо вам большое за то, что вы есть на белом свете. Добрые люди. Мы вас всех очень сильно любим и ждем на наших роликах снова и снова. Всем удачи и добра!